Пришел мужик в автосалон и говорит, хочу себе машину новую купить. Продавец, да, пожалуйста, вот, новая моделька, Ford Focus. Мужик, о, а что за фокус? Продавец, да, садись, сейчас покажу. Тут садится, продавец разгоняется 200 километров, летит, говорит, вон, видишь дерево? Мужик, да, да, закрывай глаза, сейчас через него перелетим. Мужик закрыл глаза. Водитель так не спеша объезжает дерево. Мужик открывает глаза. И правда, все, забираю машину. Приезжает домой, сажает в эту машину всю свою родню. И говорит, о, вон там дерево, сейчас мы через него перелетим. Все в шоке, как так? Мужик, да, вот сейчас я вам фокс покажу. Посадил всех, разогнался 200. Бах-бах! Об дерево, машина вся в дребезги, еле живой выползает. И говорит, ёб твою мать, ну кто глаза не закрыл?